Добрый день, дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю 11-ю часть моего прохождения игры Warhammer 40 000 Dawn of War 3. Итак, в предыдущей части мы продолжали нашу кампанию, и на этот раз мы проходили миссию за Эльдаров, и там было простое задание. Надо было провести видящую Маху и ее союзников до Камня Душ, бывшей видящей Тальдиры. Но так как это было, ну, как говорили сами Эльдары, камень души Тальдиры, это было по какой-то причине, если честно, не очень понятно. Это было как бы главной составляющей частью власти Аутарха Кайра, потому что он полагался, по-моему, тогда получается, что он сколотил своих последователей чисто из того, что он полагался найти на пророчество, которое камень души Тальдиры помог ему. Ну, я не знаю, раскрыть, не раскрыть. Но в любом случае, видящие и ее отряды, мы их провели к Камню Душ, и потом мы сумели сбежать, когда, как оказывается, Горгутс сумел проследовать за видящей, и его силы тоже атаковали тот сектор после того, как мы сумели добраться до камня. Так что да, там теперь в главном в лагере Эльдаров царит хаос, они там сражаются с орками. Но тем временем, пока видящая с камнем душ пробирается обратно к брату Тальдира Ронану, мы продолжим кампанию уже за Кровавых Воронов. Как видите, великолепный магистр Габриэль Ангелос. И этот дизайн этого молота я очень люблю, кстати. Очень хорошо выглядит. И теперь, да, мы продолжаем 12-я миссия. В погоне за красоткой Инквизитор приказывает Кровавым Воронам любой ценой помешать Эльдарам добыть копье. Действительно, красотка? Не знаю. Ладно, проходим инструктаж. Анжелос, I want you to prioritize hunting the Eldar. Do not get distracted by the orcs. Inquisitor out. Greedy fool just wants the spear. The orc threat will intensify the longer we ignore it. As tempting as it is to do the opposite of the Inquisitor's wishes, Kyre must not obtain the Spear of Cain. There's a quiet power sleeping in this planet. If that is the spear, I shudder to think how powerful Kyre will be while wielding it. How do you suggest tracking them? The Eldar are like ghosts. That is why we will hunt Gorguts. Orcs leave an obvious trail. And as an orc, Gorguts will seek out a powerful opponent to battle. With his large horde, he will be able to search far and wide. And find Kaya for us. Ну ладно, значит, мы пытаемся найти копье. Вот я пытаюсь проследить за логикой здесь. Потому что вроде бы мы должны найти копье для Инквизитора. Ладно. Горгутс, значит, так как мы не можем найти следы Эльдаров, потому что они слишком хорошо их заметают, мы с последовательностью мы пойдем за орками. Но, да, у орков очень много, очень большая армия, и они могут очень многих направлениях искать. Но тут-то дело в том, что если Кайру не должно достаться копье, и мы последуем за Горгутсом для того, чтобы достать Кайра, тогда если у Кайра нету копья, тут что-то не клеится, по-моему. Может быть, я ошибаюсь, но мне как-то это кажется очень странно. Ладно. Разоблачение хорошо известного фарса «Ложная граница». Балтазар, Dauntless, do you read? Yes, Chapter Master. We're reading you. I'm in need of aerial support. Bring the Dauntless into high orbit. Are you sure? I've received no notice from the Inquisitor that the blockade has ended. The blockade is a sham. It remains in effect as a formality, so the Inquisitor can save face. He won't give you any trouble. Not when he needs us. Very well. Plot the course, helmsman. Dauntless out. Ну ладно. Выбираем элитных бойцов. Значит,
Йона, Диамед и Габриэль Ангелос, но вместо Йона, я думаю, кого мы можем взять. Да, возьмем терминаторов. Вот так, и армейские доктрины. Так, что у нас тут скрыто? Пригвоздить. Надзор. Неустанный тактический ди... Ну ладно. Огневая поддержка, улучшенный прицел. Улучшенный прицел. Да, можем это взять. Затем. Если честно, эти все способности никакие особенно... Ничего особенно мне не дают. Ладно, возьмем эту. Ускоряет перезарядку, способность разнести штандарт. Да, пусть будет. Остальное меня особо не интересует. Так, ладно, поехали. Да, скажу честно, не самая любимая кампания, которую я когда-либо проходил. Надо начинать уже думать. Если вы как видели, это 12-е задание, и у нас осталось еще 5, включая эту. Значит, 17-е будет последним заданием, и надо начинать думать о том, куда мы, где мы продолжим наши, нашу серию стратегий. И у меня есть... Я по крайней мере, думаю на данный момент, что мы могли бы перейти к третьему Варкрафту, наконец-то, на русской стороне канала. Чисто хотя бы из-за того, что мне очень хочется эту кампанию сюда еще раз пройти. Да, я думаю, что тем из вас, которые следят за моими за моим прохождением стратегии, я думаю, что вам тоже это понравится. Но это еще впереди. Сейчас продолжаем эту кампанию. Спуск в сокровищницу. Предсказание. The orcs just so happen to make their camp here. Так, что мы имеем сейчас? Основная задача — напасть на лагерь орков. Chapter Command fights with you. Так, что у нас здесь? Штурмовики, тактические десантники, тактические штурмовые скауты, скауты-снайперы. Ладно, пусть штурмовики идут вместе с Диамедом. Ангелос будет сам по себе. Так, и остальные с терминаторами будут. Так, смотрим. Выходим сюда. Да, лови гречинов. О, а это уже поп... Ну ладно, я не буду особо по ним скучать. Опа. Король остроголовых, да? Ну ладно. Интересное описание. Да, они как-то напрямую пытались добраться до моих скаутов. Ну, чмошники. Интересный объект. Посмотрим, что же этот объект сделает. We can cross now, brothers.
Я надеюсь, что этот мост не собирается исчезнуть, так как предыдущий. Стреляйте! Да, он не успел собрать. Они не успели собрать свои машины. Раскидали этих ребят. А, черт, слишком поздно. Вот бы здоровье я бы взял. Да, я уже совсем забыл об этой способности. Так как нам все время надо играть либо за орков, либо за Эльдар. Да уже, вот как мне сейчас... О, черт. Бегите, ребят. Черт. Так, вот бы где-то здоровье подобрать. Так, нам надо добраться сюда. Напасть на лагерь... Да. Мне надо нападать на лагерь орков. Chapter Master set may our greatest win the triumphs that they have had. I am Gabriel. I understand. I am Iron Free. Take way! Angela, set it out! I hope you will have our orders, brothers! Why did the mech run? What's his aim? Так, что они собираются делать? Черт. Я надеюсь, они не собираются в меня стрелять из этой дряни. Hurry! We must reach the tractor beam. The trail led this way. Yes, my lord. Shall be my brother. Order's clear. I will carry out this plan. We disappear into the field. It shall be done. Так. Пусть Ангелос установит себе здоровье. Так, нам надо добраться в
далеко отсюда? Подкрепление бы не помешало, скажу как есть. Так, постараемся пройти по самой короткой дороге. Captain Master, I sent reinforcements, but they would like to course by the tractor beam. As I cannot risk any more drop pods, you must track their emergency beacon to gain reinforcements. Our missing brothers, they are under attack. Так, да, нам надо собрать наше подкрепление, значит. Пойдем сначала направо. Тут у нас тактические десантники, если я правильно понимаю. О, ну он успел тоже сделать. Диамет сейчас достается неплохо. Еще взрывается. Какой мост? Этот мост. О, да их тут целое. А, не понял? А, убегай! Эльдарский портал. Так, тактические десантники. Еще один отряд тактических десантников. Так, это значит весь третий отряд теперь. Да, снайперов я не хочу потерять, это ясно. Но где мне еще найти какое-то лечение? Так, вперед. Так. Спасем следующий отряд. Блин, мне казалось, что я здесь где-то здоровье оставил. Ну ладно. I will not falter. Setting up. There's the mech. We're on the right path. Eldar are here too. At least the orcs are impeding the Eldar. Can't catch me, humans. Keep on the mech's trail. Так, пусть этот призрачный лорд тут ходит. Да, благо большую часть врагов мы теперь можем расстрелять на расстоянии. Еще один маяк. Ух ты, там дредноут. Блин, вот это нечестно. Нужно спасти этих опустошителей. Не понимаю, что это такое вообще? Нобы. Blasted Xenos plucked us from the sky. I'll avenge that. What a smart tactic! Have new firing position, brothers. Кого еще надо подправить? As you would have it. А,
Ну ладно, только на одного хватает. Так. Нужно теперь добраться сюда. Спасти этот последний отряд. Или точнее, эти последние отряды. И тогда мы можем двигать дальше. Something scattered my vessel. I feared I would not be of aid to you. Space Marines ready! This dreadnought awaits your orders. We are fearsome. Yes, it is my duty to oblige. Мне казалось, что здесь здоровье можно было подобрать. Ну ладно. Похоже, я ошибался. Так, ну что ж, нам надо пользоваться, наверное, этим мостом. И тогда тут сразу короткий проход сюда. И так далее наверх. Их тут еще защитные позиции. Но их мы можем, кстати, обойти слева. Ничего сделать даже не может. Опа. Ну ладно, кто-то только что получил большой удар. Да, на этих надо быстро навалиться. О, мне еще подкрепление будут. Да вы слишком... благодушные, блин. Я даже не ожидал. Что у нас здесь? Похоже, ничего. I agree. Ready. Moving now. Так, вы походу можете взять эту аптечку тогда. Выберите аптечку. О, это будет весело. Давайте двигаем. Ну блин, и, конечно, на опустошители наших соратников. I feared we would not make it to you. Something dragged us off course. Come on.
долго еще с этим надо будет разбираться. Какой-то маразм получается. Так, давай двигай. О, да его, да. Кого ждете? И ты, Диамет, кого ждешь? Ждешь особенного приглашения? Это смертотряд. Да, кто-то должен был пытаться удержаться. И похоже, тут этих ребят мы уже не спасли. Отлично. Так, нам нужно пройти, так, значит, сюда. И как нам сюда пройти вообще? Тут-то моста нету. Да, и этих загадочных объектов тут тоже нету, я насколько смотрю. А, не, есть. Но я думаю, что это будет чисто, чтобы вот этот какой-то мост поднять. А дальше тут ничего уже нет. А, уже очень странный уровень какой-то. Так, где у нас тут аптечка была? Здесь, по-моему. Да, это бесполезно. Так. Да, вот тут есть одна аптечка. Так. Ладно, попытаемся спасти тех, которые здесь находятся. Значит так. Ну, ближе нельзя. Make way! Chapter Master setting up. Victory must be won. It's dead. Confirmed. We are not fear. We are fearless. Guard us! Здесь это сработало, ладно. Так, тут еще есть аптечки.
Make inbound to marked location. Give me your faith in us. We'll be rewarded tenfold. Yes, all praise. Ты подбери вот эту аптечку. Отлично. You have my favor. And так, остался один маяк. Вот здесь. Так, значит, сюда мы можем пройти из... Отсюда мы можем пройти на это укрытие. И затем пробить это, и тогда пробить это. И тут еще есть еще один аварийный маяк. Так, тут никого нету, кстати. Они там сражаются с Эльдарами. Двигаемся вперед. С ними мы еще успеем разобраться. Chapter Master, something pulled us off course. We are ready for war. Yes, sir. Так, ну теперь мы всех собрали. Пора завершить эту миссию. У нас, я это считаю, считаю, довольно-таки большая армия. Автосохранение? Ну ладно. Может быть, стоило взять Йону с собой. Все-таки он бы смог хотя бы... По-моему, он мог подлечить. Он смог подлечить моих отрядов. Так, ладно, третью часть сумели уложить.
Ладно. Скажу, что это было такое очевидное оружие. Нужно быстро это поломать. А, черт. Ну и все поломали. Уничтожили притягивающий луч. Что же теперь будет? Orcs, Eldar, they're innumerable. Angelos, do you read? You need to get clear. We are readying an orbital bombardment on your position. Инквизитор, значит, знает, что мы здесь. Инквизитор, do you have any idea what that will set in motion? They're fighting on the vault. Get clear, Angelos, or die with our enemies. Balthazar, we need an extraction before the Inquisitor drowns this place in fire. I'll try, but our orbital elements are still in disarray. Hurry! There are incoming Xenos now. Мы должны удержать зону эвакуации. Gabriel, orcs are approaching from the east. Так. Надо подобрать одну аптечку здесь. Позволить сюда захватить хорошие позиции. Bridges to attack from the south. Kill the orcs at the controls to keep the bridges drawn. Finally, Thunderhawk is on its way. У меня вообще не остаются уже. Не остается никого. Хорошо подлечило. Именно то, что нужно сейчас. Все. Едва выжили, но все-таки выжили.
Into the Thunderhawk, now! Бегу. Go, launch! Не понял. Неужто он опять собирается умирать? Или он теперь стал неуязвимым? Gorguts and Kaia's armies clashed ferociously before the gate to the altar of the sphere, seeking to secure their master's claim to the weapon. Unbeknownst to the warriors below, Inquisitor Holt, unable to take possession of the sphere, sought to preclude anyone from obtaining it, and indiscriminately unleashed his powerful orbital cannon on the armies below. Даже так, да? Даже так. Но что тогда случилось с Ангелосом? Этот вопрос, мне кажется, еще остается. Gabriel did not make it out. You are to blame, Inquisitor. He was warned. I was not going to waste the opportunity to fire. And because I fired, I stopped Gorguts. I stopped the Eldar. You've stopped nothing, you fool. All you've done is open the way for Kaia. Да. Так что теперь... Настоящий бой за копье начнется. Но это все будет в следующей части, а на сегодня это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у канала есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. Ссылку на них можно найти в описании этого видео, так же, как и ссылку на мою страницу Патреона. Там, если вы хотите, вы можете стать патроном моего канала, и ваша помощь, в свою очередь, поможет мне сделать этот канал лучше, больше и лучше, скажем так, сделать контент лучше, и я, чем больше поддержки я буду иметь, тем больше, конечно, я смогу работать с этим каналом. И да, я думаю, мы все из того выиграем в таком случае. Но это чисто по вашему желанию. И да, тогда на этом тогда и будет все. Спасибо вам за то, что смотрели, и увидимся в следующий раз.